Ветреница анемоны махровый адмирал или ветреницы сажают группами для создания густого розового ковра из цветов. Неприхотливый многолетник цветет пышными полусферами из розовых лепестков с перламутровым отливом. Зубчатые листва приятного изумрудного оттенка выгодно оттеняют эффектные цветы. Анемоны махровый адмирал быстро разрастаются в ширину за счет деления клубней и корневищ. Высота растения – 20-30 см. Диаметр цветков – до 12 см. Интервал посадки луковиц – 15 см. Корневища следует укрывать или выкапывать на зиму. Растение медленно адаптируется, но долго растет и цветет без пересадки. Анемона махровый адмирал – это травянистый высотой 30 см, диаметром 6-8 см. Цветет растение в месяц май-апрель. Аромат у цветов слабый, окраска цветка перламутрово-розовый. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 4-5 см. Весной листва по цвету зеленые. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.